они делали? Они взрывали. Вот, выходили из лесов и взрывали железнодорожные пути. Правильно? Так, еще что они делали? Что еще делали? Разведывательные данные правильно собирали. Еще что, молодцы, помните, еще что? Вспоминайте. Оружие, да, собирали, где могли. Правильно, листок. Может быть, у них здесь, вот в данной деревне, может быть, был печатный станок, чтобы напечатать листовки, а потом где-то в городе, в деревне расклеить, да. Из партизанского отряда доставляли вот эти листовки. Может, в городе было опасно печатать, а вот в лесу где-нибудь, в какой-нибудь землянке, если был типографский станочек небольшой, печатали листовки. Так, здесь у нас что? Написано на том, продукты здесь они правильные. Но уже можно заходить. Живая землянка. Землянка. Живая землянка. Землянка. Бабайка. Землянка. 2019 года. Это просто домик. Это снимаю. Тихо, там не сейчас. Павлин, где? Это же дверь от диверсанта. Это дверь от диверсанта. Вам сюда. Давай, я снова диверсанта. Только школа мне Вы вроде от школы уехали. Где школа диверсанта? Да что вы думаете? Это металлоискатель. Где рандома? Офигеть! А трогать-то можно, да? Или нет? А тут газета. Здравствуйте. Это я. Алло, мам, привет. Мама, привет. Да, у меня все хорошо. Иди еще куплю. Давай, пока. Да, я пожру немножко. Колодки. Я же говорила, что где-то должна быть типография. Так, да, центр связи у них. О, да. Это что? На благо. Это типографский станок. Звони. Нифига. Как называются буковки, ребят, вспоминайте, которые набирают здесь? Как называются? Как? Металлические такие. Сергей Николаевич знает. Ну, скажите нам, Сергей Николаевич. Литеры. Литеры, правильно. Я или ты будешь красивым? Спасибо. Но это на самом деле у них не было. Слишком хорошо. О, вот партизан. А Эрик нет. Сейчас 13:10. Давайте я схожу на разведку. Так, ребята, идемте. Так, ребята, идемте. Пойдемте дальше. Каждый сел по полей. Окей.